товарищ, чуваки! Всем привет! С вами Варпач, Кофе и Овер. И сегодня мы открываем замечательные сундучки. Гамма-кейсы 15 штук. Да, ребята, всем привет! Всем привет, друзья! Представьте, что мы сидим практически на одном диванчике. Я буду сегодня ведущим, который открывает кейсики. Давайте, наверное, я вам как гостям разрешу открыть первый кейс, какой вы сами выберете. Хо-хо-хо. Ничего себе, давай, Олег, ты первый ключ. Тринадцатый кейс. Это вот этот вот кейс. Открываем, посмотрим, что выпадет. Сегодня, я надеюсь, будет наш день. 15 кейсов я ни разу в жизни вообще не открывал. Но пора бы уже наверстывать упущенное, потому что вот ребята, допустим, Олег, он уже, я не знаю, сколько кейсов пооткрывал за свою жизнь. Я вообще не буду говорить, потому что там больше, около 1000, наверное, кейсов. Дима, давай, твоя очередь. Я предпоследний ключик и второй кейс. Окей, давай. Надеюсь, удача сегодня на твоей стороне, и нам что-нибудь выпадет. Ну нет, это 5-7 не стоит. Ясно. Даймё, как они перевели это такое? Даймё. Я только сейчас её заметил на этом 5-7, что? Я говорю, что? Они как перевели-то? Что, как это переводится? Так, давайте я теперь выберу. Я выбираю последний ключ и... Кирюха, вот тебе повезёт сейчас больше всего. Да, сейчас мне тоже так кажется. Хорошее. Вот я мечтаю о ноже. Сегодня луна не в той фазе, по-моему, и мне выпадает ПП-19 Бизон. Вот чё за нафиг вообще, а? Почему мне не выпадает что-то хорошее? Олег? Да, я бы открыл лучше стойкий ключ. Ключ? Шестой кейс. Открываем, смотрим. Что-то красное, кстати, красное пролетело. Там что-то много всего пролетело на самом деле, и выпадает ново. Вот красное пролетает, а выпадает... Знаешь, я бы даже на красное согласился от Габена, потому что от Габена выпадает очень мало всего интересного на самом деле. Давай, третий ключик и третий кейс. Третий кейс. Хорошо, как скажете, босс, открываем третий ключик, третий кейс. Третий ключик, третий кейс. Давай, Габен. Ну все, пора. Ну почему не Трек Save It Off. Она прикольно выглядит, она и стоит неплохо, но выпадает все-таки новая экзо. Так, моя очередь, да? Кирилл, давай, смотри, вот именно сейчас нам падает что-то хорошее. Пока выпадает такое вообще, знаешь, ну прям... Вы видели, как она появилась? Она просто появилась! Вообще! Она просто появилась как-то, воин дорог не выпадает. Кстати, у меня такой пушки еще не было. Второй ключ. Окей. И бред, последний кейс. Открываем, давай. Крутись, лавеха, мутись, открывайся. О, да, конечно, это вот оба. Неплохо. Ну, рублей 500 он стоит, наверное, да? 300-500, наверное, где-то так. Четвертый ключик. Раз, два, три, четыре. Окей, открыть. И четвертый кейс. 4-4. Восьмерочка получается. 8 это замкнутое число, то есть бесконечность. И Тег-9 ледниковый покров. Спасибочки за ледниковый покров. Так, последний кейс. Давай, плес. Габен, ну крутани мне хоть разулю. Ничего же нормального никогда из кейсов не выпадало. Статрековский 5-7. Пятый ключ. Раз, два, три. Я отвечаю, сейчас повезет. Давай. Ну давай, первый. Все, вот прям сжал кулачки, затиснув язык, закрыв глаза, открыв глаза, а ухо аристократа. Я сказал, будет что-то хорошее. Ну, в принципе, неплохо. это неплохо. Последний ключик. Да. Последний. Предпоследний кейс. Хорошо. С прикольной комбинацией, прикольно пролетает там что-то и, надеюсь, остановится на чем-нибудь, конечно. Да, экзо. Ясно вообще. Итак, что-то ребята, мне не везет. Мы потратили практически 5000 рублей на вот эти кейсы, точнее, я потратил, и у нас осталось 4 ключа, 4 возможности, что что-то хорошее может выпасть. Я уже теряю всякую надежду, но фиолетовенькие пролетают, и тут что-то ни хрена, опять 5-7, на этот раз не статтрековский. У нас, кстати, осталось, смотрите, 3 ровно, да, для нас троих, поэтому кто-то... Давайте устроим батл. Давай. Кому лучше выпадает, тот и выигрывает сегодня серию. Давай. Я выбираю посередине. Тут тоже посередине будет. Окей, давай, смотрим, что выпадает. Слушай, если выпадет нож, я буду рад, что ты выиграешь. Да даже не во мне. Вау, а чё же... Да он не докатится, вы что, это ж Габен. Дима, выбирай. Олег был близок. Я выбираю первый ключик.
Окей. И второй кейс. Хорошо. Но мне там уже без вариантов один ключик, один кейс остается. Но надеюсь... вау! Ну а чё ж так пролетает-то? Я проиграл. Дима пока что лидирует. Ну, Кирюха, у тебя, смотри, есть еще шанс отыграться. Если сейчас падает дорогое что-то, то ты обходишь меня и Дим. Я бы согласился на красненькое или ножичек. На красненькое. Ну, это АУК Аристократ и такое. А ты, наверное, вот выиграл, потому что он, мне кажется, дороже, чем револьвер. Ну, смотрите, у вас 5-7 револьвер, и у меня Аристократ. Как вы видите, потрачено 5000 рублей, ребята, на закупку кейсов, на закупку ключей. И в итоге мы получаем, в принципе, одну синеву. Только вот АВП Фобос, наверное, неплохая штука, и Аристократ. Это вот все, что меня радует из того, что выпало. Ну, где-то еще, по-моему, 5-7 был, да, вот он, стат-трековский. И, в принципе, все. Ну, ладно. Что ж, пойдем открывать на сайтике, я думаю. Ну что ж, друзья, вот мы и переметнулись, так скажем, телепортнулись на сайте elitecase.net. Это именно тот сайт, который вы часто видите в моих роликах по CSGO, потому что это один из тех сайтов, которому реально можно доверять, и на котором я сам уже не первый раз открывал. А у меня есть для вас уникальная, так скажем, уникальный промокод, который вводится в личном кабинете. Называется он, между прочим, Warpatch 23. Знаете, почему 23? Потому что мне 23 годика. Кирюшенька, 23 годика. Вот. И он действует, кстати, на 2 кейса. Вот, у меня написано. Сейчас у вас активирована скидка в 15% на 2 кейса. Ну что ж, ребята, я даю вам возможность выбрать любой кейс. Любой кейс на этом сайте. Тут дофига всего. Дофига, блин, сколько всяких коллекций. Вот, посмотри. Кстати, я пошел ва-банк. Я положил на счет 6369 рублей. На самом деле, 6300 я положил. 69 рублей у меня уже было на счету. Потому что я хочу сегодня, как-никак, попробовать открыть здесь ножик. Посмотреть, что выпадет. И, конечно же, все вещи, которые мы выиграем, мы с вами разыграем в группе ВКонтакте. Так что все подробные информации ищите в описании. Ну что ж, Олег, ты у нас открывал первый в Стиме, ты у нас открываешь первый на сайте. О, ну спасибо, спасибо, давай, спасибо. Давай. Так, ну смотри, раз у нас используем промокод, ну-ка, листник его чуть ниже, вот еще ниже. Куда? Еще дальше, смотри. Было бы круто, если бы мы... Вот, стоп, остановись, стоп, пролистнули. Стоп, куда? Алмазный кейс. Смотри, он, в принципе, стоит дорого, во, то есть вижу, мы могли бы сэкономить на нем нехилое количество денег, да. Как бы, то есть сэкономим нормально, вот, поэтому я предлагаю начать с него. Ты выбираешь алмазный кейс. Да, все верно. Хорошо. Ну, давайте так, смотрим, посмотрим, что здесь может выпасть. Десерт игл, двойные береты, глок. Ну, в принципе, неплохо. Вот, слушай, нож. Ой, как громко! Ой, как громко! Ой, как громко! Сейчас, секунду. Так. Вот так и выпадает. Дрочек. Выпадает двойные билеты за 10 рублей. Олег, как бы, знаешь, это не окупается. Ну, простите меня. Это нормас, да, как говорится. Я не знаю, я продам, нафиг они мне нужны. У меня куча всяких двойных билетов. Дима, твоя очередь. Надеюсь, теперь удача я сегодня на твоей стороне. Окей, так как у нас есть скидочки, предлагаю открыть самый такой верный и хороший кейс. Тайный, вот, давай, он сверху. О, это который где? Да. Это вот тайное. Вижу, да, вижу тайное, вот оно. Ну, смотри, драгон. Лоры есть, и эти, как они, огненные Чантико. Слушай, много всего есть у нас на сайте. Ну, давай посмотрим, что у нас давай посмотрим. Выпадет. Раз красная пушка, я надеюсь, Дима. Дима, не подведи. Дима, давай, ну, как Дима говорится. А ВП боец! Неплохо, 609 рублей. Окупили, да. Давай заберем сразу, блин, что уж тут это, греха-то и где тут. Четверочка. Так, удача с тобой мне присылает, АВП боец. Че, давай, наверное, ножик крутанем. Давай, братан. У меня баланс 5700 и нажимаем открыть. Давай, поехали. Я вот так, знаешь, с угрызением совести нажал кнопочку открыть и надеюсь выпадет что-нибудь хорошее. Я просто на это надеюсь. О, керамбит! Автотроник, 18 тысяч! Пацаны, там же, блин, много ботов, я все время забываю про много это. Много ботов? А че ты молчал? Я забыл, Кирюха! Капец! Керамбит Автотроник. Это его надо разыграть, но нож. Я не хочу его разыгрывать. Можно я себе оставлю? Ну что, пообещал. Да, ну это очень классный нож. Охренеть. У нас еще целых 1000. Одной, давай заберем, давай нахрен заберем. Конечно, ну продавай его. Только аккуратно. А почему посмотри, смотри, видишь, тут чуть продать его, только ниже ага. Есть вывести. Я чуть продать не нажал. Вот хитрый, а. Спасибо, вот я чуть продать не нажал. Так, где он тут? Эй. Так, и чё? Нету.
А как так-то? Еще раз попробуй, обнови, да. Не, попробуй, вот. Это лагает. Я уже расстроился, знаешь. А как, у него же не было. Подожди, это или это другой? Слушай, нету. А, Кирилл, так это и твой инвентарь, по-моему, нет? Там вот инвентарь партнера. Ёпта, это мой инвентарь! Понятно. Ну, ребят, смотрите, короче, тут целых 39... Я-то думаю, чё ж мне ножи-то напоминают? И тут по-любому Dragon есть... Вот, Dragon Lore есть. А где у нас, чё ещё? Это Hyper Beast, да, скоростной зверь у нас. Вот она, Медуза. А, это удар молнии, подожди. Вот сверху Медуза, вот она, да, Медуза. Слушай, все у них есть, это я, короче. Вот, это мы что-то затупили, ребятки. Ну, слушай, пока бот дает, надо брать, знаешь, вот мне говорили, дают бери, бьют беги, вот я дают, я беру. Слушайте, все, мне уже пофигу, что, в принципе, выпадет. О, я даже не сколько у нас еще раз денег говоришь. А, 1282 рубля. Тайны открывай просто и все, не оглядывайся. Давай. Только тайны. Тайная, крутим тайная. Давай, пошла. Смотрите, в этом лицу. Сколько ножей падает. Офигеть! Да, может, да. Может быть, это, мне кажется, это просто кто-то ножевой кейс открывает. Да, слушай, дратуси. Смотри, реально, причем неплохие ножи-то падают. Давай продадим. Давай еще. Да. Давай еще крутанем. Мы же тайные только крутим, да? Да. Давай. И нам выпадает пистолет. Ну, конечно, щелкунчик, блин. Ну, что такое? Что началось-то, а? Дратути, смотри, сколько он ножей открыл. Он 3, да, вам получается? А, давай, Азимов! Да ладно! Я бы дал совет открывать какие-нибудь элитные голдкейсы, либо там серебряные голдкейсы. Ну, вот такие вот. Давай типа, вот там, этот. Давай вот алмазный. Вот, или алмазный. Нам хватает на него. Олег советовал его в первый раз. Давайте на баланс 750 рублей, либо охотничий нож. Я бы согласился. Иначе не... Давай! Ну да, конечно. Я понял. Продать. А, вот давайте e-spots или Operation Браво. Ну, я бы Браво. Да, Браво, давай Браво. Да, я знаю, Олег любит операцию Браво. Ну, как сказать, люблю. Ну, относительно. Ну, лучше, чем что-то другое. Так что... Из операции Браво. О, камуфляж! 258 рублей. Вот это нормально. Я заберу. Нормально. Все. Ребята, ну что ж, у нас выпал неплохой дроп. Неплохо сегодня окупились, так скажем. Вообще потратили в общей сумме, я потратил 10 тысяч рублей. Офигеть. В итоге я получил 18 тысяч рублей, то есть 8 тысяч рублей плюсом. Но и то, ребята, я разыграю все крутые пушки, которые сегодня вы видели в серии. То есть все то, что я получил, это АВП-боец, вот этот замечательный керамбит-ножик, вот это замечательный USP-камуфляж, вот эти вот три замечательных пушки я разыграю. Все подробная информация будет в описании. Так, а где? Опять смотри, видишь, опять нету, ребят. Видите, да? То есть опять не прогрузилось. Здесь-то вроде есть, а вот при операции обмена там ничего не появляется. Так, забираем все пушки. А, произошла ошибка, бывает, ну что? Забралось. Как всегда. Ну что ж, давайте, ребята, вернемся в игру, и там уже я с вами ножик, попрощаюсь. Ножик посмотрим. Да. Вот мы и в игре, и вот те замечательные три вещицы, которые я разыграю. Вот, это у нас получается керамбит автотроника, он очень крутой, очень прикольно выглядит. USPS камуфляж, тоже симпатичный. И АВП боец. Ребята, все это вы можете получить, пройдя по ссылке в описании, сделав все то, что написано в описании. Там всего лишь нужно сделать репост и поставить лайк этому ролику. Это вообще, это изи, ребятушки, это просто изи. Вот так вот выглядит этот ножик. Вы можете стать счастливым обладателем ножа. Ну хотя я бы хотел быть счастливым обладателем ножа, но как-то... Олег, тебе нравится он, Дима, как? Нож, конечно, нож красивый. Я же говорю, что у меня есть такой, только не керамбит. Но керамбит, он просто прекрасный. Он реально просто капец. Да. О, какой красивый нож. Ну что ж, ребята, спасибо вам, спасибо Олегу и Диме, что побывали сегодня у меня в гостях. Спасибо за приглашение. Да, пожалуйста, надеюсь, мы будем собираться почаще. Ребята, если вы хотите побольше таких видосиков, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Также в скором времени мы с Катюхой также запишем открытие кейсов, где она будет крутить всякие кейсики. Ну и, конечно же, с челленджем. Давайте здесь соберем кучу лайков и, конечно же, все это провернем. Ну что ж, с вами были Варпач, Кофе и Овер. Всем спасибо за внимание. Участвуйте в конкурсе, не забывайте ставить лайки. И всем удачи, всем пока! Всем пока-пока! Всем пока, ребят!